Готовясь к плановым посадочным работам в доме или в саду, сначала нужно подготовить сами растения. Из семян надо вырастить рассаду из черенков укорененные саженцы. Для этого мало одной воды и субстрата. Необходимы еще и специальные биостимуляторы. Не всем по душе покупные препараты. Многие привыкли пользоваться благами природы. Главное знать, чем и как. Для приготовления мощного природного корнеобразователя и стимулятора роста в домашних условиях нужно всего два компонента – вода и молодые ветки плакучей ивы. Следует запастись терпением, процесс не быстрый. От момента погружения черенков в воду до появления первых корней проходит, как правило, не менее 2 недель. В иве содержится салициловая кислота, которая запускает процесс активного деления в первичной апикальной меристеме корня. Эта же кислота выполняет функцию антидепрессанта и коагулянта. Готовая к применению ивовая вода плотная и темная, иногда почти черная и гелеобразная. Последнее происходит, если черенки пробыли в воде слишком долго. Такой раствор будет являться концентратом, поэтому перед использованием его следует разбавить. Во избежание заражения укореняемых растений черенки ивы до замачивания обрабатывают фунгицидом или протирают спиртом. Идеальная концентрация раствора получается при замачивании веток длиной 10-12 см в соотношении 1 к 2. В готовый ивовый раствор растения погружают на 3-4 см и выдерживают до образования полноценных корней. Уровень воды в емкости необходимо постоянно поддерживать. После высадки в почву саженцы можно полить раствором, в котором они стояли.